Ребят, всем привет! Хотел бы вам записать видео о игре Fishing Planet. А именно рассказать, как я прокачался до 19 уровня на базе Lone Star, которая бесплатная, на озере точнее, и какую рыбу я ловил. Это видео, скорее всего, будет посвящено новичкам, которые не знают, как быстро прокачаться, потому что как бы ловить золотистых шайнеров по 100 грамм, это как бы очень долго, ну и надоедает. Получается, что вам надо для этого, чтобы ловить малоротого буффало на озере Lone Star? Вам надо, самое главное, иметь 5 уровень, потому что на 5 уровне открывается наживка, тесто. Без нее оно плоховато будет, конечно, ловиться. Крючок какой? Ну, можно 6-й, можно 4-й. Поплавок, ну, желательно пузатый. Но это я их серии поставил, потому что мне его просто подарили за какой-нибудь, за какое-то там достижение, не помню. Ну, собственно, вот и моя удочка. Но это уже 9 уровня она. Матчевое удилище. Но можете купить 6-го. Если, ну, там оно неплохое. А если вы там уже прям именно с 5 уровня хотите ловить, то можете на эту, на стандартную, телескопическую ловить. Получается, ну, в принципе, вы сможете вытащить эту рыбу. Но тяжеловато. Вот, в принципе, я на такой сборке ловлю. Дальше заходим. Карта. Озеро Lone Star. Вот поедем. На день, чтобы вам показать, как ловить эту рыбу и в каком месте. Получается, можно вот тут, в принципе, возродиться. Так, вот мы зашли в игру. Ну, самого главного начнем. Это график, прогноз погоды. Вот тут график есть, и вот на каких вершинах будет хорошо рыба клевать. Если у вас вот такой первый день, прогноз погоды, вот облачно с прояснениями, то будет хорошая ловля с 5 утра вот до 7, и потом где-то, ну тут 17, в принципе, с 18 до 20 будет хорошо клевать, именно малорота и буффало, которого мы будем ловить. Так, теперь посмотрим, куда же нам закидывать и где. Вот это надо нам, как возродились, идти налево, поворачивать и идти прямо пока. Вот, пройти это большое дерево. Удочка уже достается сама. Вот. И вот тут есть такое место. Становимся ближе к этому краю. Нажимаем правую кнопку мыши и выбираем место, куда закинуть. Я советую вот закидывать вот тут, между двумя тенями деревьев, вот сюда в середину. Вот. Глубина какую же ставить? 150 сантиметров, самое лучшее. Ну, можете 140-150, где-то так. Вот, тесто. Все. 5 утра. Ждем. Вот, подсекаем. И вот он. Первый. Первый наш малоротый буффало. Вот, на килограмм 277 грамм.
Ребят, вот что получилось за 30 минут игры в Fishing Planet реального времени. Зайдем в меню, инвентарь, вот седок. Вот, мы словили, сколько, 6 рыб, вот, буффало. Получается, награда у нас будет 368 баксов. Ну, не знаю. Мне было достаточно, чтобы прокачать с примерно 5 уровня до 15 этих рыб. Ну, то есть этого вида рыбы. Я ловил, ловил. Просто потом уже оно надоедает ждать, сидеть по 5 минут реального времени. Найти этот клёв, а может еще клевать золотистый шайнер какой-нибудь или еще что-то, которое там неценное. В принципе, ребят, кому понравилось видео, ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Всем спасибо, всем пока.